Здравствуйте, я приветствую всех собравшихся здесь. И хочу сказать, что сегодня, наверное, один из самых счастливейших дней в моей жизни. Я очень долго шла к этому, чтобы заключить завет с Богом. Сопротивлялась, но благодаря братьям я услышала, что через них мне говорит Господь свою волю. Раньше я жила совершенно, как казалось мне, нормальной семьей, нормальной жизнью, современной. У меня муж был и двое сыновей. Ну, сказать, что я была счастливая, ну, наверное, какое-то время. А потом чего-то не доставало мне всегда. И вот все было обыденное. Семья, дом, работа. И когда нашему браку исполнилось 12 лет, мы с мужем стали, ну, просто раздражать друг друга. И в конце концов мы развелись. Но у Бога были другие планы для нас. И каждый из нас пошел своей дорогой. И через год, когда Володя вернулся в семью, я узнала, что он ходит в церковь, и там молится за меня. Мне было очень интересно, что там происходит в церкви. И сначала я пошла на группу, а потом пришла в церковь. И когда я слушала богослужение, и Господь коснулся моего сердца, пришла домой и поняла, что я ничего не могу сама, только с Богом. Я покаялась, примирилась с Богом. И Господь тут же благословил нас, мы снова расписались, стали снова целой семьей. А Бог не останавливается и делает все дальше. И мы так давно мечтали о дочке, а два сына было уже. И Господь подарил нам малышку. И могу сейчас с полной уверенностью сказать, что я могу... И знаю, что я люблю своего мужа так, что я не думала, что такая любовь вообще существует в мире. Дьявол, он разрушает семьи. Это факт, это вообще очень прискорбно. Но любящий Господь все объединяет и все делает совершенным в нашей жизни. Я благодарю Бога, что когда-то Он коснулся моего сердца, что сейчас я здесь. И благодарю Иисуса за такую семью огромную. И да благословит вас всех Господь.